Здравствуйте, друзья мои, с вами Юлия Абермайер, и это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику Forward English и у кого к нему есть Activity Book. Открывайте, пожалуйста, страницу 16, будем выполнять упражнение I из урока 7. Нам необходимо прочитать название букв и записать их. Полное видео с алфавитом уже есть на канале, ссылочку на него я оставлю внизу под видео, обязательно заходите, смотрите. H – I, J, K, L, M, N, O, P. Ну вот и все упражнение, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский второй класс». Скачивайте его, выбирайте свой учебник – Далее выбирайте юнит, главу или урок. И начинайте учить слова. Вы можете выбрать свой темп или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. Далее можно начинать тестирование. Выбирайте один из пяти тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов, перевод и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. Прекрасный помощник школьнику. Скорее скачивайте. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение английский второй класс. Ну а с вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!